Если ты, говорит, 200 рублей не стоил, я бы с тебя суп сварил. Ну, 200, а продал за 300. И в приличную семью отец врач, мать учительница, сына болтус. 15 лет парню, полный обалдуй. Хорошо, мне что, это же не мой сын. Нет. 3 дня молчал, на 4-й не выдержал. Говорю, папаша! Вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит. Он говорит, что так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет. Мамаша говорит, он еще и пьет. Я говорю, когда в карты много проигрывает. Они забыли, что они интеллигентные люди, сняли ремень, всыпали ему по первое число. 28-го начали, 1-го кончили. А 2-го утром этот меня в охапку и на птичий рынок. Продал какому-то забулдыге.